В руках мешки и грабли. Взрослые дети трудятся наравне. Жители Соломенного вышли на субботник с семьями. Первым делом активисты решили привести в порядок парк. Мне кажется, что в нашем парке очень грязно, и вот гуляю с детьми, и, наверное, не очень приятно на это все смотреть. Я пробираю мусор, собираю ветки, вот, очищаю природу. Горы пластиковых бутылок и битых стекол растворялись на глазах. Организаторы субботника пообещали награду за самый крупный мусорный урожай. Ну, я считаю, что это микрорайон, и людям нужно и общение больше. То есть такая субботник, как бы доля сплочения коллектива, то есть как бы уборка, я считаю, это на втором плане, а главное праздник и сплочение, и объединение людей всех. В это время работа кипела и в сквере на Калинина. Надоело это уже грязь вся. Потому что смотришь из окна, и вот прямо неприятно. Что вы хотели здесь видеть? Каким? Как бы детскую площадку, чтобы красиво было, уютно, чтобы выйти погулять. Жители близлежащих домов говорят, что готовы наводить порядок во дворе своими руками. И доказывают это делом. Этот участок, как я понимаю, порядка 13 лет вообще не убирался. Он был огорожен забором. Вот сейчас мы приведем его в порядок. И думаю, что жителей это порадует. Председатель Петросовета сообщил, что на сегодняшний день в бюджете есть деньги для благоустройства этого пространства. И в скором времени здесь начнутся работы по созданию сквера. Маргарита Михайлова, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».